Привет, друзья! Поехали делать видеообзор на видеорегистратор. Это супер-мега-крутой видеорегистратор, потому что он снимает в качестве Full HD 1080p. В такой коробке имеет FT-дисплей 2,4 дюйма. В общем, супер-пупер с креплениями. Сейчас мы его поближе посмотрим. И в конце ролика будет обязательно будет съемка с самой камеры добавлена. Вот, видеорегистратор сам. Здесь что по комплектации? У нас есть зарядка от прикуривателя, ну, стандарт. Крепление. Присоска на лобовое стекло. И мини-USB шнурочек для зарядки от компьютера, либо от блока питания. Самого блока питания в комплекте нет. В комплекте также есть еще инструкция на китайском и русском языке. Особенности перед использованием этого продукта. Русский более-менее еще, то есть китайцы постарались, перевели, конечно, молодцы. Главное отличие этого видеорегистратора то, что он не работает без карты памяти. Здесь microSD карта вставляется. По сути простенький, то есть запись звука есть, датчики ночного видения, или как они там подробнее называются, сама камера HD 1080p. На обратной стороне сам дисплей 2,4 дюйма TFT матрица. Кнопки управления, меню на русском. Сверху у нас крепление либо к штативу, либо к присоске, зарядка. Кстати, зарядка, наверное, неудобна, то что сверху. Почему? Потому что если видеорегистратор будет в машине вот так висеть сверху, практически под стеклом, то неудобно заводить сюда шнур. Было бы удобнее, если бы снизу. Это минус. Кнопка включения и TF-карточка вставляется. Кнопочка сброс есть. Поехали включать, меню погоняем. Так, вот он уже включился сам по себе. И пошла запись. Запись приостанавливаем. Кнопка меню вот. Можно листать. Объем памяти, не объем, а в каком качестве писать можно выбирать. Устанавливать дату, детектор движения, чтобы он начинал запись по движению, ну, по какому-либо движению начинает запись. Циклическая запись, микрофон, также его можно использовать как диктофон. Все, очень простые настройки здесь. Перейдем, например, в объем. Здесь можно выбирать VGA 1800p, либо 720p. Дату включить. Можно выключить, она сейчас никому не нужна. Детектор движения выключен, цикличность записи. Ну, видите, все можно... Опа, ну-ка. Да, можно все выбирать, то есть с этим проблем нет. Ну и микрофон включить-выключить. То есть, если вы хотите записываться со звуком, то будете записываться со звуком. Если нет, то нет. Очень простой в использовании. Можно заблокировать клавиатуру. Кнопочка назад. Авторежим. Это видео. Вот. Можно заблокировать клавиатуру. Ну, то есть, для... От детей, например, защита или что-то такое. Видео будет сейчас в конце. Кнопка выключения, все выключается. Он очень легкий, он просто супер-мега легкий. Наверное, в 3 раза легче, чем обычная мобилка.